Алла Эрнандес работает в сфере жилищно-коммунальных услуг 9-й год. В ее обязанности входит уборка улиц, парков, скверов, а также контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры. Я занимаюсь уже несколько лет закрытием программы из КПДИ. В связи с этим как бы номинировали грамоту за отличную работу. Из КПДИ, ну, оно дает план работы на неделю, например, на две недели. Этому плану мы придерживаемся и делаем фотоотчеты, посылаем их. Если все хорошо, то программа закрывается, и мы выходим там в лидеры, например, Московской области. Алла отмечает, что создание комфортной среды и обеспечение комфорта жителей – заслуга целой команды. Без мастеров и техники достижение высоких показателей было бы невозможно. Начальник участка МБУ благоустройства Александр Кожарский отметил вклад Аллы в развитие сферы ЖКХ. Алла Александровна очень ответственный сотрудник у нас. Отношусь к этому очень, ну, то есть наградили ее очень правильно. Она лучший сотрудник. Все поручения мои выполняет непрекословно. Награждение лучших работников сферы ЖКХ прошло в правительстве Московской области. Алле Эрнандес вручили почетную грамоту за добросовестный труд, эффективность и своевременное исполнение должностных обязанностей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.